Стихи 28 мая. Принципиально быть истинным, принципиально быть добрым, не облажаться общением с крысами и всякими разными гоблинами, принципиально быть благодарным и благородным по праву крови. Остальное наладится. Ладно, буду таким, кроме потребностей духа и тела, иногда быть мягкотелым. Я в том смысле, что светлое и положительное должно быть в меру. А негатива, негатива там какого-то озлобленности, мстительности вообще не должно быть в тебе. Ну и не надо все-таки подставлять вторую щеку. По крайней мере, в буквальном смысле этого слова. Не надо. Щеки две, третьи не бывает щеки. А знаете, как увлечься можно, да, увлечься, и вторая, третья, четвертая, пятая, десятая. А щеки все две. И они должны быть бледными. У интеллигентного человека щеки должны быть бледными, а не красными от ударов. Тут уж простите. И это не гордыня, и не горделивость. Это просто здравый смысл. И самоуважение.